Как зарегистрировать здесь аккаунт? Итак, идем вот здесь, регистрация, видите, регистр. Так, идем в регистрацию. Тут пишем вашу фамилию. Обязательно здесь лучше указывать реальные фамилии и имя, потому что в случае, если с вашим аккаунтом что-то случится, либо вы забудете пароль, либо вас, ну, бывает, что забанят на этом сайте за какие-то там дела, если вы в особенности будете нарушать правила аукциона, то вам будет легче восстановить этот пароль. Есть, конечно, русская версия этого ebay.com, ebay.ru, но, ну, я по старинке пользуюсь английской, потому что, ну, на самом деле так удобнее. Ну, для меня удобнее. Вы можете и на ру зарегистрироваться, без разницы. Там просто только интерфейс переведен, а я привык пользоваться этим интерфейсом. Так, и приступим, значит, к регистрации. Здесь пишем first name, значит, фамилию. Так, last name Александр. Email. Email, значит, я укажу какой-нибудь свой другой email. Email.com. Так. Так, это значит будет показывать ваше имя. Здесь надо ввести ваш, ну, ник. Скорее всего, можете просто, вот я введу какой-либо там, например, пусть по фамилия моя будет, или там Алекс 123, неважно. Так, пароль от 6 до 20 цифр надо придумать. Ага, так, eBay ID он мне тут уже предложил варианты, потому что этот, видимо, занят. Ну, пускай будет вот этот. Так, пароль. Значит, вводим пароль. Так. Как можно лучше пароль должен быть. Так, welcome, тра-та-та. Угу. Yes, continue. Все, мы зарегистрировались. И теперь можно любой товар покупать.